Мы стараемся по возможности помогать своим товарищам, которые прошли этот тяжелый путь и который 23 года назад закончилось для них это событие. Поэтому все, что можем, общественная организация она делает. Одному из фермеров подарили даже трансформатор, допустим, для его фермы. Это тоже наш вклад. Мы стараемся не забывать наших матерей.